Всем привет, друзья! С вами Космик Майнкрафт, и нет, к сожалению, сегодня не будет моя команда, но мы осмотрим мод на... Точнее, не мод, а команду на... Друзья, вы знаете что? Оружие! Итак, поехали! Сначала нам надо вставить вот такую команду, которую я оставлю в описании, и... Ну, и оставляем его. И нужен сигнал готов. Друзья, у нас строится вот такая вот машина. Сразу говорю, создал ее Keymap. И, друзья, давайте начинать. Для начала нам надо взять редстоун. И железные свитки. Ну, я беру вот, ну, столько я взял. Давайте сбросим 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. О, друзья, у нас получается вот такая штука. Видите, как... Ну, давайте попробуем убить кого-нибудь. Нам понадобится, ну, например... крестьянина. Точнее, жителя. Ну и давайте начинать. Так. Видите, как, ну, как у меня установлен... Ну и вот мы убили нашего жителя. Давайте этого. Да. Что такое? Вот, друзья, как видите, мы его тоже убили. Ну и, друзья, давайте переходим к следующему оружию. Выбрасываем вот столик. И вот. Следующее, это вот такая, вот такой вот, как я не понимаю, дробовик. Видите, это еще механизм добавляет кровь. Видите, у нас кровь и от него... Видите, у нас пролилась кровь. И давайте им по кого-нибудь стрелять, я не знаю. Ну, почему он не стреляет? Друзья, видите, мы стреляем, как вы видите. И видите кровь. Непонятно от кого. И давайте последнее оружие, это пистолет. Выкидываем 4. И вот. У нас получается вот такой пистолетик, друзья. Он стреляет. Если вы думаете, что это за пуля, это на самом деле невидимые жители, которые у которых в голове кнопка. Вот видите? Видите? Вы видели? Во, вот, видели? Видите? Это малыши жители, у которых в голове кнопка. Вот, видите, друзья, ну и вот такой вот механизм был, как бы так, и все. Теперь стрелять мы не можем, ничего делать, а если заново, то есть, и у нас все опять, и мы можем стрелять. А если опять кликнем по этой табличке, то у нас все пропадет и ничего не будет стреляться. Ну, друзья, как бы все. И кому понравилось видео, ставьте лайк. Всем пока. С вами был Космик Майнкрафт.